Сейчас мы в Águas Calientes. 4 часа ночи. Ждем билета на Мачу-Пикчу. Вот очередь. Кассы откроются, наверное, в 5 или в 6. Вот сейчас 4:15. Вот очередь за билетами Мачу-Пикчу. А пока можно погулять по Águas Calientes. Это их станция. Куда приходит самый дорогой поезд в мире. Вот мы по этим путям шли 12 километров вчера ночью. Видите, здесь узкоколейка такая. А здесь уже, походу, люди автобуса ждут. На Мачу-Пикчу. Вообще, здесь похоже немножко на Японию. Железная дорога, домики такие небольшие, узкие улицы. Прикольно, конечно. Билет на автобус стоит $12 в одну сторону. Самый дорогой автобус Перу, наверное. Очередь увеличивается. Hola. Como estás? Это очередь на поезд. 6 часов утра. Очередь уже разрослась на несколько улиц. Вот очередь такая. А, очередь уже продвинулась, уже 7 часов. Поднимаемся на Мачу-Пикчу пешком. Estamos empezando el camino a Machu Picchu. Vamos a ir caminando. Espero que esté muy bonito. Вот такая вот дорога. 2000 ступенек всего лишь. За 2 часа можно подняться пешком. Через джунгли. Machu Picchu. Todos los días son experiencias únicas aquí, hay días con las nubes, hay días con las nubes, con el sol, con los arcoíris, todos los días son días bonitos en los Andes. El clima es bien impredecible. Estamos en medio de dos cordilleras, la cordillera oriental de los Andes, que tiene su propio clima, y la cordillera central de los Andes, que también tiene su propio clima. Y ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal, señor? Sí. Вот по такой железной дороге идем из Águas Calientes, из Мачу-Пикчу до станции Hidroelectrica. Это самый дешевый путь в Мачу-Пикчу, или из Мачу-Пикчу.
потому что автодорог сюда нет. Есть только одна вот эта железная дорога. И по ней ходят самые дорогие в мире поезда. Каких-то там 30 километров стоит $80 проехать. Здесь ходит пригородный поезд, но он только для перуанцев. Иностранцев в него не пускают. Для иностранцев только дорогие поезда. За сотню долларов. Вот здесь под джунглем. Камни тут такие. Горы. Вот какие тут пейзажи. А вчера ночью шли по этой же дороге на темную. Вот здесь, в принципе, есть тропинка возле путей. В основном. Так что не страшно. Но не всегда здесь тропинка есть. Иногда приходится переходить по вот такому вот. Шпал, а здесь водопад. Красота. Вот снова нужно переходить по шпалам. Поезда нет. Переходим. Вот здесь люди гуляют, все идут на гидроэлектрика, потому что это самый дешевый путь. Остальные пути контролируются мафией, железнодорожной перуанской. Вот так перемещаются через речку по такому канату на вагонетке. О, интересно. Вот бананы. Да? Прямо возле железной дороги. Можно срывать на ходу. Банановые листья вроде. А здесь цветок. Такие красненькие цветочки. А, здесь больше их, смотрите. Вот какие они цветы банана. Мой большой мост на этом участке. И здесь сделали тротуар. Не надо идти по шпалам. Такой вот вид. Пришли на гидроэлектрика. Это станция. А здесь остановка маршрута, конечно. Смотрите, вода падает из пещеры в горе. Видимо, это и есть эта гидроэлектростанция. Потеряла колесо. Говорят, колесо упало с обрыва в речку. Нельзя проехать, стало здесь без колеса. Как-то непонятно. Маршрутка. А вот его. Вот ее колесо. Вот ее колесо в речке валяется.